А вот мы и в эфире уже. Ну что, всем привет. У нас продолжается разговор на тему совместной разработки приложений. И я чувствую, не только у нас, еще у вас продолжается разговор. Ага. Вот. Я напоминаю, что на наших лекциях разговаривать можно. Главное требование – делать это не тише, чем я, а, скорее всего, даже громче, потому что аудитория устроена таким образом, что голос отсюда слышно лучше, чем оттуда. Вот. Поэтому я всех призываю к диалогу всегда, вот, так что никаких запретов на разговоры у нас нет. Другое дело, что если кто-то производит такой вот ровный шум, он еще и записывается, это, конечно, всех выбешивает. Вот, напоминаю, что наш курс, он такой технологический весьма, в том смысле, что мы будем в основном разговаривать про всякие инструменты, пригодные в этой самой разработке. Вот. Один из таких инструментов – гид, и полсеместра мы будем на каждой лекции что-нибудь про него тоже узнавать. Вот. Хочу заметить, что все еще не вошел в лекцию, хотя я вроде бы в прошлом году планировал, но так вышло, что что-то пошло не так. Вот. Материал про внутреннюю структуру гид. Вот. Сейчас покажу. Который был у 321 группы на практикуме. Нет, это не этот практикум, это вот этот практикум. Да. Вот. А он довольно интересный. Кажется, в прошлом году у кого-то была задачка по парсингу гид-объектов. В общем, руками поковыряться в гид-объектах, посмотреть, как устроен гид-репозиторий, это довольно полезное действие. Вот. Оно доступно, какие-то материалы доступны на странице практикума, первого практикума, который прошел вот вчера. Вот. И если кому интересно в эту тему поглядеть, сначала взгляните туда, потом сходите по ссылкам. На самом деле информация, конечно, вагон. Вот. Просто ее слишком много. Обычно люди до конца не доходят в этом деле. Значит, сегодня мы будем заниматься по гитовой части, смотреть на такое немножко странненькое, дело, вот. А именно мы будем изучать свойства публичного репозитория, в котором все еще не хватает отдельного разговора про собственную публикацию. Этот публичный репозиторий будет лежать рядом. Вот. И это я сделаю намеренно, потому что в действительности совершенно не обязательно вот то, что в нашей модели разработки называется публичным репозиторием, это какой-то там гитхабщик со всеми его гитхабовскими причиндалами, там, сложными структурами. Вот, да? Публичный репозиторий в этой схеме – это всего лишь место, куда мы публикуем, то есть в определенный момент, нажавший педаль, синхронизуем результат своей работы. Это давайте я сразу оговорюсь, что почему я не говорю про процедуру публикации, потому что процедура публикации, во-первых, специфична для разных площадок, во-вторых, для работы, например, с SSH-ключами требуется вообще отдельная лекция, вот, которая у нас когда-то была, сейчас посмотрю, в каком году, в 21-м, вот. Разговор про ССХ и ключи сожрал всю лекцию. Вот можно на него посмотреть. Тут очень много копипасты с экрана, поэтому там достаточно простые примеры. Вот. Я сегодня не хочу этим заниматься. Вот. И еще раз обращаю ваше внимание, что публичный репозиторий – это просто такое место, куда вы можете сделать пуш, и откуда можете сделать пул, а еще вы можете его склонить. Все. Больше ничего в публичном репозитории, собственно, все остальные свойства, они как бы поверх этого. Вот. С появлением понятия «публичный репозиторий», собственно, окончательно выстраивается цикл разработки, который пригоден для DVCS, то есть распределенных систем контроля версий. Да. Можно считать то, что вот эти обычные папочки, то есть как обычный код хранился, вот если только начинаешь работать, ты делаешь одну папку, там что-то изменяешь, копируешь. Можно ли назвать такой способ сохранения для работы? Конечно, нет. Да? Вспоминаем материал прошлой лекции. Репозиторий, и точнее система контроля версии, да, которая, собственно, когда мы говорим репозиторий, мы имеем в виду систему контроля версии. Потому что репозиторием можно назвать что угодно. Например, место, где,
а тела хранятся. Это тоже репозиторий. Да? Значит, репозиторий в программе, в понимании, значит, программного обеспечения, он, где там функции, сейчас, секунду, вот, нет, вру. Вот, он должен поддерживать четыре функции. Хранение, версионирование, отслеживание истории изменений, то есть сеть изменений, да, ну, сеть в смысле орграф без циклов, вот, и некоторое информационное пространство, которое бы описывало процесс разработки, потому что чем сложнее вот этот граф, тем сложнее разобраться, зачем какие-то конкретные изменения были внесены вот в ваш корпус текста. Да? Когда вы говорите про папочку, вы говорите только про хранение, причем ненадежное. Вот. Я встречал в своей жизни несчастных людей, которые в качестве репозитория использовали Windows Share и просто файлопомойку. Вот. Они вынуждены были изобретать некоторые полиси, потому как называется очередной каталог с очередной версией вот этого всего, и кто имеет туда вот этот право каталог писать, а кто не имеет, потому что если все туда пишут, в конце концов все опять превращается в файлопомойку. Так что нет, папочка, конечно, не может считаться репозиторием ни с какой с точки зрения. Вот. Если я правильно понял вопрос. Ну, да. Вот. Итак, при появлении понятия публичной репозитории, собственно, публичный — это значит доступный кому-то из участников совместной разработки. У нас выстраивается вот какой цикл, что на шаге 0 мы, собственно, берем публичный репозиторий, клонируем его себе. Напоминаю, что Git создает полностью, хранит полную копию репозитория в локальном, ну, на локальной машине, то есть у вас на любой машине, где вы работаете с Git'ом, почти наверняка полный репозиторий, как минимум, да нет, полный. Вот. Единственный способ сделать его неполным – это указать глубину истории, которую вы клонируете. Но если вы не указываете, он просто скачает все. Вот. Дальше, собственно, запускается цикл, шаг 0, он единократный, вы клонируете этот самый публичный репозиторий, дальше запускается цикл. Вы выполняете операцию pull, то есть операция pull – это операция fetch, которая скачивает весь репозиторий, напоминаю, что репозиторий у нас лежит в каталоге .git в вашем проекте, ну, у нас же есть какой-то со вчера этот репо, да, вот здесь вот. Да? Вот это репозиторий, а вот это рабочая копия, это ваши файлы. Вот. Так вот, значит, по команде fetch обновляется именно весь репозиторий, в том числе, если у вас зарегистрировано несколько публичных репозиториев, откуда вы подкачиваете части вашей разработки, все обновляются. Да? А по команде merge происходит слияние состояния дел на конец разработки в репозитории, на который вы указали мерч, и состояние дел на конец разработки вашего локального. Да? Вот. Про мерч мы будем говорить, конечно же, отдельно. Это очень интересная и развесистая операция. Вот. Вот. Там есть где поскрипеть мозгом. Но если никаких конфликтов и ничего такого не произошло, мерч происходит просто вот как добавление нужных файлов в нужное место или нужных изменений в нужный файл. Дальше вы, собственно, занимаетесь разработкой, и эта разработка следует тем гайдлайнам, о которых говорили в прошлый раз. Изменение, оформление коммита, коммит. Изменение, оформление коммита, коммит. Напоминаю, да, одно изменение, один коммит. Изменением считается что-то, что решает конкретную подзадачу. Если вы решили несколько подзадач, ну, там, например, написали функцию, потом написали тесты к ней, потом потыкали в нее, значит, выяснили, что какой-то тест падает, потому что там что-то с дизайном передизайнили. Вот все эти шаги, вообще говоря, стоит оформлять отдельными коммитами. Вот. Этот цикл разработки, разумеется, происходит на локальном репозитории, его, условно говоря, никто не видит. А вот когда вы уверены, что вы достигли некоторого результата, то есть некоторого чекпоинта, относительно которого ваши товарищи, участвующие в этой разработке, должны быть в курсе, вы делаете пуш, то есть публикуете вот всю ту историю, которую вы нахакали в пункте 2, в ваш публичный репозиторий. Как уже говорилось в прошлый раз, тем самым мы разделяем понятие commit и понятие публикации. Вот в централизованных системах такого нет. Коммит — это и есть публикация. В распределенных системах понятие коммит, понятие публикации раздельны, и это позволяет коммиты делать очень маленькими и очень, так сказать, ну, с точки зрения, если на это взглянуть с точки зрения такого
что ли, юзабилити? Коммит – это про то, как вы работаете, про то, как вы решали задачи по приведению, значит, из состояния А в состояние Б исходного кода. Публикация – это сообщение о том, что работа проделана. То есть вектор в разные стороны. Коммит – это то, что будут читать люди, которые будут смотреть, что происходит, что вы сделали. А публикация – это то, что будут видеть люди, которым надо продолжать работать там, вместе с вами, за вами и так далее. Вот. Вот, собственно, цикл. Ну, а дальше понятно, после пункта 3 мы переходим на пункт 1. Возможно, там уже тоже что-то опубликовали, ну и так по кругу. Вот. У этой... Да, значит, соответственно, есть интересная штука, о которой мы чуть позже поговорим, что вот результаты работы над локальным репозиторием, вообще говоря, могут быть не очень дисциплинированные. Вы можете вот в программистском раже нахакать кучу всего, закоммитить, выяснится, что там куча ошибок, поправить все эти ошибки, закоммитить, написать тесты, выяснится, что тесты не проходят. Короче говоря, до тех пор, пока вы ничего не опубликовали, ваша история изменений – это такая история, которая, ну вы сами за нее ответили, вы сами себе злобный Буратино, что она у вас такая получилась. Поэтому к моменту, когда вы хотите публиковать, вообще говоря, стоит убедиться, что вот то, что вы накоммитили, это вообще читаемо. И если оно нечитаемо, или вы не следовали той дисциплине, которая принята в вашем сообществе, или вы обнаружили, что у вас там какой-то коммит содержит решение сразу нескольких задач, скажем, 3,5, да, то совершенно не грешно вот этот кусок между мержем, между пулом и будущим пушем полностью переписать красиво, как надо, нормально оформить коммит-месседжи и так далее, и так далее. После чего вы делаете пуш, и всем кажется, что вы идеальный работник, значит, все коммиты сделали вовремя, в смысле, сделали правильно, красиво оформили, значит, и все такое. Вот. Лайфхак. Правда, это такой лайфхак. Сначала поработать надо, да, все переделать, а потом, значит, запушить. Но тем не менее, потому что есть сообщества довольно капризные, они там придираются к каждому отсутствию какой-нибудь нужной информации. Правильно делают, ну, потому что понятное дело, что нужно, чтобы вот когда вы публикуете, всем стало было понятно, что вы сделали, как, почему и так далее. Ну, там. Вот. Есть одна в этом цикле интересная проблема. Вы, значит, на шаге 0 клонируете с помощью git-клона удаленный репозиторий. Вопрос, а кто его завел? Ну окей, если вы присоединяетесь к уже существующему проекту, понятно, что вы делаете. Вы заходите на сайт проекта, там есть ссылка на git-репозиторий, его-то вы и клонируете. А если вы сами? Это на самом деле довольно забавная проблема курицы и яйца, потому что я могу сделать, мы сейчас это сделаем, пустой репозиторий у себя на локальной машине, но я не могу сделать пустой репозиторий на том хранилище там, вот, команды, из командной строки. Не могу это сделать. Поэтому мы об этом поговорим ближе к концу семестра или к середине. Поэтому всякие площадки, типа GitHub, GitLab и прочего, обрастают еще одним API, который сейчас мы не изучаем, по, собственно, управлению подобного рода вещами. Ну, например, у GitHub есть, кажется, GH, Command Line Utility, с помощью чего можно создать там на GitHub пустой репозиторий, а потом его склонить. Да? Вот. Но мы с вами будем делать все это проще. Да? Мы будем считать, что удаленный репозиторий лежит прямо тут. Вот. Значит, ну что, еще раз о дисциплине. Одно из изменений, один коммит. Мы уже бы все проговорили, что изменение – это решение одной подзадачи. Там может быть много файлов. Понятное дело, если, допустим, вы взяли и заменили, не знаю, int на unsigned int в некоторых функциях, надо это сделать, естественно, по всему коду. Вот. Если задача слишком большая, в общем-то, по-хорошему стоит разбить ее на подзадачи, и каждый коммит пускай решает отдельную подзадачу. Вот. Про ветки мы будем говорить позже, но если у вашей задачи слишком крупная, то дисциплины, как правило, рекомендуют сделать отдельную ветку, работать на ней, чтобы никому не мешать. Вот. Есть такое, как это сказать,
такой кон, да, это такое правило, которое содержит в себе противоречие. Коммит не должен по-хорошему ломать никаких уже имеющихся свойств. Например, у вас должны проходить все тесты после коммита. Вот. Понятное дело, что это недостижимая идея, потому что если вы работаете с какой-то подсистемой, то вы написали одну функцию, а надо написать еще три. Да? Что идея зафигачивать все три функции в один единственный коммит, просто потому что иначе у вас продакшн, эти самые интегрейшн-тесты работать не будут, плохая идея. Хорошая идея написать эту функцию, написать к ней юнит-тест и вообще-то сделать это в два коммита, вот, а не в один. Вот. Поэтому все-таки такие ситуации бывают, когда у вас коммит ломает обратную совместимость, да, вот именно для этого счета существуют ветки, но если есть возможность не делать так, если есть возможность закоммитить что-то, что ничего не ломает, это лучше. Всем будет легче с этим смотреться. Вот. При создании коммита создается коммит-сообщение. Вот. Коммит-сообщение принято делать так. Если у вас изменение очень тупое, то коммит-сообщение состоит из одной строки, которая описывает это тупое изменение, точнее, какую задачу решали. Если изменение достаточно сложное, то первая строчка все еще описывает, какую задачу вы решили. Не надо там писать, какие конкретные изменения вы проделали с какими конкретными файлами. Это и так люди увидят в гитлоге. Зачем писать? Я изменил файл такой-то, вставил gitlog-p, покажет, что вы изменили файл такой-то и вставили туда такую-то строку. Надо писать, какую задачу решили. Но если из одной строки это не следует, значит, дальше идет пустая строка, и идет после ванлайнера идет, собственно, подробное описание того, что происходит в... что произошло в этом коммите, да? Что именно вы сделали. Вот. Какие дисциплины оформления бывают вот этого многострочника, они бывают разные, в разных комьюнити это построено по-разному. Я, например, видел такие достаточно занудливые комьюнити, которые говорят, вот в этом файле я решил такую-то задачу, там, убрал такую-то функцию, добавил такую-то. В этом файле я решил такую-то задачу, не исключено, что вы скопипастите, скажете, тоже убрал такую-то функцию, добавил другую. Ну и так далее. То есть про каждый файл конкретно, что именно вы там сделали. Иногда вписывается класс исправления, вы говорите, а вот это фича, да, этого раньше не было, или это багфикс, да, или это просто стилевые правки какие-то, да, которые не влияют на функциональность, но так лучше читать, там, комментарии добавлю, ну, что-нибудь в этом духе. Вот. Все это определяется дисциплиной того сообщества, с которым вы взаимодействуете, например, вы и есть это сообщество, и никак не регламентируется совсем. Вот. Так, а вот теперь давайте с бла-бла перейдем на что-нибудь. Значит, обратите внимание на то, что вообще любой гид-репозиторий, каким бы способом вы на него не допустили... Я ее забыл воткнуть. Зарядка у него умерла, в смысле, батарея у него умерла, она там больше 20 минут не держит. Вот. Особенно в случае видео. Можно пока вопрос? Да. Потому что вы говорили, вот тот пункт, что следующий коммит не должен ухудшать код, который был до. Вот, и вы привели пример, что если вместо одной функции мы написали еще три, потому что не так с юнит-тестами. Сказали, что лучше разбить на два коммита. Вот я не очень понял, но можете чуть более подробно сказать, то есть как я должен здесь разбить на два коммита? Ну, смотрите, опять же, это определяется дисциплиной, потому что дисциплины бывают разные. Моя мысль была очень простая, что утверждение, что ваше изменение кода не ломает обратной совместимости, кстати, не код она не ломает каких-то функциональных свойств приложения, да? Вот. Это утверждение слишком сильное. Бывают такие стадии разработки, при которых у вас существует некоторое... Я пошел перезагружаться, видимо. Существует некоторый способ... Сейчас, секунду. Оценить, насколько то, что вы сделали, успешно, да? Как правило, это написание собственно кода, то есть функции написания к ней юнит-тест.
Да? Но понятное дело, что если функции нужны три, а мы написали только одну, юнит-тесты пройдут, а интеграционные тесты, разумеется, не пройдут. Вам еще две функции нужны. То есть у вас какая-то функциональность повалится. Ну вот, собственно, и все. Да? Значит, соответственно, вы должны оформить код так, чтобы как минимум показать, что то, что вы написали, рабочее, да? Придет юнит-тест. А что именно делать, когда в процессе написания этих коммитов у вас общая функциональность валится, там, не знаю, вот попытка задеплоймить соответствующий релиз на GitHub заканчивается неуспешно. Да? Что именно делать в этом случае, это вопрос договоренности сообщества. Например, не публиковать. Вот один из хороших примеров, просто не публиковать этот код до тех пор, пока не заработает все. Вот. Хотя и то это бывает недостаточно. Иногда нужно, чтобы какой-то ваш товарищ, который занимается там другой подсистемой, тоже что-то, да, тогда вот точно надо делать отдельную ветку, говорить, вот смотри, у меня в ветке, там такие-то тесты не проходят, значит, такой-то этот самый регрешн, вот этот регрешн, ты, да, пожалуйста, поправь, это твой кусок работы. Вот. Так, ну что, пробуем. Секунду. Нас эти люди, которые смотрят нас в интернете, они сейчас поражены в правах, поэтому я хочу их вернуть на место. Я тут тем временем отвечал еще раз на вопрос, что делать, если ваш коммит все-таки ломает обратную совместимость. И правильный ответ состоит в том, что на самом деле, кроме того, что в сложных случаях надо использовать ветки, остальное зависит от того, как вы договорились со своим товарищем. Ну вот, значит, а хотел я, собственно, показать уже некоторый примерчик. Вот, который состоит в том, что любой репозиторий, к которому вы хоть какой-то имеете доступ, на самом деле можно считать публичным как минимум на чтение. Помните наш репозиторий репа, который мы сделали в прошлый раз? Вот этот. Да? Вот его содержимое, его, это самое, вот это его рабочая копия, а это его, собственно, содержимое с объектом. Его можно склонить, точно так же, как мы клоним там репозиторий с GitHub. Вот, пожалуйста. Вот те самые коммиты, которые мы сделали в прошлый раз. То есть, поскольку, как я уже говорил, любой локальный репозиторий хранит все, что есть. Ну, короче, он является полным репозиторием, вот, пожалуйста, можно склонировать. Единственная проблема с таким образом оформленным. Давайте посмотрим, кстати, как у него выглядит remote. Вот как раз именно это я хочу показать. Вот. Обратите внимание, что Git Remote прям так и пишет, что вот у вас фетчим мы из репозитория, который лежит вот здесь, если бы это был URL, тут бы был бы URL, да? А пушим мы вот здесь. Значит, сейчас, если я что-нибудь изменю в этом репозитории, хочу запушить, мне скажут, мне, короче, стукнут по ушам. Давайте попробуем. Что у нас тут есть? У нас тут есть, скажем, календарь. Вот мы имеем исправление. Посмотрим, какие. Ну вот, пожалуйста. Да, значит, неделю назад. Делаем git commit. Вот. И пробуем делать git push. В принципе, еще каких-нибудь 4 года назад это прекрасно работало, но потом выяснилась одна интересная, неприятная проблема, о которой нам сейчас Git расскажет прямо на чистом английском языке. Вот, попытка сделать git push в соседней репозитории выдала нам целое полотенце, которое, вообще говоря, стоит прочитать, потому что в нем написано, почему мы не хотим этого делать. Вот, если пересказать это коротко, тот репозиторий, вот этот, который мы смотрели, где он там, git remote, а git минус p remote, минус v, вот. P remote, да не минус p же, ну, умная, вот, умная. Значит, смотрите, тот репозиторий, из которого мы склонили наш, содержал в себе рабочую копию. Как вы думаете, что сейчас произойдет, если мы изменим какую-то ветку, ну, скажем, мастер в этом репозитории, и запушим
содержимое измененной ветки обратно туда, вот в репо просто, вместо репо 1. Ну, ваше предположение, что произойдет с репозиторием и с рабочей копией? То, что рабочая копия останется прежней, а репозиторий... Да, а репозиторий внезапно, прямо там под ковром, поменяется. И эффект будет достаточно неприятный. Сейчас я попробую его показать. Для этого нам нужно вот git, только не здесь, а вот здесь. Git config receive deny current branch, видимо, off, false. Получилось. Что я сделал? Я выключил в том репозитории, который удаленный, опцию посылать нафиг людей, которые пытаются запушить в тот самый бранч, рабочая копия которого лежит в этом репозитории. Вот. Но в результате получается довольно интересная картина. Видите, я ничего в этом репозитории не делал. Но попытка git статуса считает, что файл who.txt модифицирован. Все еще смешнее. Он не просто модифицирован. Да? А, нет, не gitlog, git div. Он не просто модифицирован. Git после того, как ему поменяли репозиторий и не поменяли рабочую копию, считает, что я на этой рабочей копии проделал действия обратные тому, что были в коммите. Что я как будто бы удалил эту строчку. Ну, потому что этот файл не изменился, в нем одна строчка. Вот. Так работать неудобно. Если вы хотите каким-то образом практиковать подобные вещи, то все делается очень просто. Ваш репозиторий, в который вы пушите, должен быть так называемый bare. Bare репозиторий – это репозиторий, в котором нету рабочей копии вообще. Там сразу лежат те самые файлы, с которыми мы работаем. Вот. О, видите? Это примерно то же самое, что лежало вот здесь. За исключением того, что, разумеется, здесь были еще информации о... Ну, короче, тут информацию чуть больше, потому что эта информация нужна для ведения, собственно, рабочей копии. Вот. Что? Индекса нету, да. Ну вот. Соответственно, вот такой репозиторий, да, который только репозиторий есть, вот с этими с объектами, вот это все, да, он как раз, в него можно пушить сколько хочешь, потому что, ну, вы просто обновляете список объектов, все. Вот. Именно так устроен удаленный репозиторий во всех основных системах, которые этим занимаются, понятное дело, зачем там, там вообще нет, нет идеи в том, чтобы держать какую-то рабочую копию, с той стороны никто над этим кодом не работает. Ну вот, такие дела. Да, да, да. На самом деле надо было писать git init минус-минус bare, если вы хотите сделать прямо сразу пустой bare репозиторий, конечно. Еще одна интересная тема – это как раз относительно, так сказать, ответственной публикации, относительно того, что можно сделать с вот этой историей, которую вы наплодили, но еще не запушили. Вот. Во-первых, вы можете исправить последний коммит. Такая типичная ситуация, для меня мегатипичная, закоммитил в commit-message синтаксическая ошибка. Ну, мои шаловливые ручонки делают это всегда, от слова вообще. Вот. Ну, скажем, вот какой-то файл, я его добавляю. Я ему говорю, ну, прям так скажу, добавить все. git commit, минус a, минус m, new system info файл. Все очень хорошо.
И тут я замечаю, что он должен был называться system.txt, но я что-то пошло не так. Мои шлавливые ручонки набрали что-то другое. А у меня уже коммит. Вот он. Более того, вот он этот файл. А он должен называться system.txt. Первый вариант, я говорю так, ошибочка вышла. Кстати, git move не обязательно. И говорю git commit -a -amend. И это действие минус-минус амент означает откатить назад последний коммит и закоммитить все, что ты сейчас указал нужную для коммита, прямо поверх него. Вот. О, давайте, кстати, посмотрим, что случится с датой 15.11.58. Да? Да, сейчас не сработает. Это вы правы. Вы прям вот предвосхитили вот это сообщение гита. Вот. О! Обратите внимание, что дата не поменяется. Ну, вы что-то пофиксили, но вот такая дисциплина работы с гитом, что при переписывании истории дата коммита не меняется. Потому что иначе, вы представьте себе, вы что-то поправили в истории, и у вас они все сразу перейдут. В другом порядке начали применяться эти коммиты. Это, конечно, ужасно. Вот. Давайте убедимся в том, что... Даже не последний. Ну, амент меняет только последний коммит. Да? Не последний коммит меняется с помощью ребейза. С ребейзом мы еще будем работать. Вот. Кажется, я сейчас должен показать его, но да. Значит, более сложная операция по редактированию истории – это операция ребейз. В принципе, ребейз, мы об этом будем говорить позже, не сегодня, это не только инструмент для переписывания истории задним числом, чем мы сейчас займемся, но еще и инструмент для такого жестокого издевательства над этой историей, когда она в результате всевозможных слияний, поправок и так далее становится слишком запутанной. Каждое переписывание истории, если оно происходит на измененной только вами части, это нормально. Как только вы переписываете историю где-то уже опубликованную, вы делаете плохо в общем всем, или вы заранее договариваетесь с этими всеми, что вот в таком-то репозитории история может задним числом поменяться, имейте это в виду. Давайте посмотрим на git status. Вот у нас один коммит. Давайте сделаем парочку коммитов. Я всегда на автомате пишу минус а, просто потому что, ну, пальцы так работают. Минус а, давайте еще раз скажу, смотрит, сейчас покажу. Смотрит, какие файлы находятся в состоянии modified, то есть они уже есть в репозитории, но вы что-то с ними сделали. И на каждый из них делает автоматом add. Вот если я сейчас скажу без минус а git commit, то он скажет, что коммитить, у вас ни одного адда, ни одного помеченного для коммита изменения нету. А если я скажу минус а минус m, он скажет, что вот этот файл-то вы поменяли, сейчас все сделаем. Соответственно, трэш, который вы наплодили в процессе работы, там всякие tmp-файлы, объектники, вот это все, они по этой команде, естественно, не добавятся, потому что их в репозитории нет, я надеюсь, вы их туда не положили. Вот, значит, что мы делаем? Вот у нас уже есть в статусе история аж на 4 коммита
поверх мастера. Сейчас мы будем делать ребейс. Ребейс бывает двух видов. Ну, он, во-первых, очень такой развесистый, мы к нему еще вернемся, к его картинке, как пересаживать ветку с места на место. Вот. А с точки зрения переписывания локальной истории, ребейс, как правило, используется в интерактивном режиме. Вот. Человек в чате написал слово gitignore. А, наверное, слово gitignore означало, что точку файла надо положить, описать в gitignore, и тогда они никогда не закоммитятся. Это, наверное, верно. Вот. Для переписывания локальной истории ребейс используется одним конкретным способом, а именно в интерактивном режиме. Вы говорите git rebase минус и interactive, или вот так, если очень хотите. Вот. Но минус и короче. И дальше указываете, относительно какого коммита по истории вы хотите сделать ребейс. Можно указать commit ID, но вообще годится любой то, что называется в терминах гита коммитиш, то есть какой-то идентификатор, который указывает на что-то, что является коммитом. Подойдет ветка, подойдет тег, подойдет даже вот такая штука, как head на 3 назад. Вот. Head – это текущий, вот смотрите, git log, log я сказал. Head – это текущий коммит, последний, на котором ваша история остановилась. А вот это вот, вот эта вот надпись будет означать, что на 3 коммита назад. Только не такая, вот такая, извините. Там есть тонкие различия между тильдочкой и стрелочкой. Не буду сейчас в них вдаваться. Кому интересно, почитайте в документации. О, что нам показали? Нам показали некоторый лог, в котором написано, что у нас есть 3 коммита. Если я сейчас нажму просто сохранить этот файл, ничего не изменится. Ну, возьмут вот этот коммит. Возьмет вот этот коммит, возьмет вот этот коммит, и их всех положит. Что? Это последние три коммита, да, от хеда до хед минус 3, собственно. Вот. Кстати сказать, спасибо разработчикам гита, они положили туда, здесь прямо вот в комментариях лежит help по тому, какие команды бывают у rebase минус i. Да. Поскольку они в комментариях, все это игнорируется. Вот. Если отсюда коммит просто удалить, вот эту строчку, этот коммит просто удалится. Вы можете взять его и выкинуть. Вот. Вы можете их переставить местами. Давайте попробуем. А удалиться прямо совсем? Да, удалиться прям коммит. То есть там где-то будут в объектах, он еще будет валяться, пока вы не сделаете репак, вы можете его восстановить по каким-то косвенным признакам, по его ID. Да? Но из истории коммит удалится точно. Вот, я сейчас поменял местами два коммита, давайте посмотрим, сработает это или нет. Я думаю, что сработает. Пожалуйста. Сработало. Вот, при этом, видите, 16.38, 15.52, 16.03. Время не поменялось. Вот. Но есть и всякие более сложные эксперименты с этими коммитами. Например, есть коммит reward, команда reward. Она вам откроет редактор, в котором вы должны будете еще раз отредактировать commit message, если вы там ошибку допустили. Есть команда squash или fixup. Это слияние двух коммитов в один. Squash вам покажет оба commit message, и вы из них сделаете один, а fixup просто тупо, значит, давайте мы сейчас сделаем вот так вот. А здесь покажем, сделаем фиксап. Вот. Я вангую, что в результате коммиты еще раз переупорядочатся, а два последних сольются в один. Давайте проверим. И точно. Что происходит, когда у нас функция какая-то в одном коммите нулевая, во втором идентифицируемом? Как вы эти коммиты представляете сами? Никак. Происходит конфликт. Нам это надо решить? Да. Про ручное разрулевание конфликтов мы точно будем говорить, но не сегодня. Да, сегодня мы изучаем простые случаи. Вот. В конце концов, да. Если мы склеиваем два коммита к получившемуся результату, какое время будет приписано? От того, что будет позже? Давайте посмотрим.
Видимо, да, от того, что был позже. А вот можно такой еще вопрос? Вот эти все приколы с репрессией только в локальном репозитории? Ну, смотрите, вы вообще работаете только с локальным репозиторием всегда. Вы ни с каким другим репозиторием работать не можете. У вас есть какие-то ветки, которые вы насосали из публичных репозиториев, вы там что-то намудрили с ними, а дальше вы должны с этим локальным репозиторием, намудренным из тех историй, что-то дальше сделать. Если вы будете лично с ним работать, вы будете работать с ним только лично. Вам даже надо вот куда-то опубликовать. Да? У вас нету никакого инструмента воздействия, сидя за компом, на удаленный репозиторий, за исключением команды push. Просто у меня вот было странное явление, я вот через ReBase два коммита склеил, один там был 14.10 где-то, другой 14.30, а ReBase ездил в 14.50. Я запушил это, в GitLog, если посмотреть в компьютере, время сохранилось, а GitHub говорит, что эти два коммита оба сделаны в 14.50. Не-не-не, это GitHub в сопроводительной истории говорит, что это произошло в 14.50. Он, собственно говоря, вам пишет, когда вы сделали пуш. Это не имеет отношения к истории. Помните, фишка состоит в том, что есть довольно большой объем мета-всякой информации и мета-действий, которые вообще не укладываются в понятие системы контроля версии как таковая, и это свойство как раз площадок. Вот. Ну, например, нету такого понятия, как commit, pull request. В Git'е такого понятия нет. В площадке GitLab такого понятия тоже нет, потому что там есть понятие межреквест, и они не совсем одинаковые. Ну, такие дела. Ну вот, это, значит, было переписывание истории. Понятно, почему переписывать историю плохо. Не так, понятно, почему переписывать историю хорошо. Вы причесываете вашу работу, она выглядит аккуратно, люди, которые будут читать эту историю, вас лучше поймут. Почему переписывать историю плохо? Как только вы переписали что-то поверх истории, опубликованный, вы вынуждены будете изменить публичный репозиторий таким образом, что те люди, которые с ним уже засинклись, которые его уже замержились, увидят конфликты. У них не получится дальше работать. Вот смотрите. Вот у нас есть три коммита ahead of публичный репозиторий. Мы делаем git push. И вот давайте сейчас еще раз проделаем ребейс, причем какой-нибудь тупой. К сожалению, даже reward, даже изменение commit-месседжа приводит к тому, что изменяется commit. Смотрите. Один-единственный, последний commit, только reward, я ничего не правлю. Я просто меняю commit-месседж. Во-первых, я забыл показать, у него поменялся commit-ID. Вот он был. А2D3, а сейчас он E0003. Все. У него уже поменялся commit ID. Все, это другой объект в вашем репозитории. Вот. Это во-первых. А во-вторых, смотрите, что нам говорит git status. У вас есть один commit поверх той истории, но в репозитории есть другой коммит поверх той истории. Что хотите, то и делайте. Если я сейчас заклонюсь в соседней репозитории, а потом здесь сделаю push с ключом force, потому что без ключа force нам не дадут сделать. Он говорит, не-не-не-не-не, ты историю переписываешь на публичном репозитории. Вот если я сейчас зайду в наш репо... Ну вот, скажем так, вот так сделаем. Git clone, да, репо, репо 2. Вот это наше исправление. Теперь вот здесь вот делаю git push минус f, то есть насильственно обновляю публичный репозиторий, в котором такое происходит. Дыдыщ. Ой, нет, тут еще можно что-то сделать. А вот если я сейчас что-нибудь закоммичу туда.
Да что ж такое? А, good push. Good push — это интересно, глянь. Ой, нет. Смотрите, умный гид как-то разрулил этот вопрос. Ну, вообще. Ну, я так не играю. Короче, у меня не получилось сделать конфликтный коммит. Ладно, времени нам не хватает на то, чтобы это делать. Но верьте мне, да, переписанная история может вам выйти очень сильно боком. Вот, что-то у меня не получилось ее так переписать, чтобы никого не... Интересно, а как это так у меня получилось? Видимо, дело в том, что я делал изменения как раз поверх на последнем коммите. Надо было делать не последний коммит, надо было какой-нибудь предыдущий похакать. Ну, ничего не попишешь. Вот. Ну, собственно, все, да, на эту тему все. Переписывать можно локальную историю, переписывать историю, которая уже опубликована, очень опасно. Это может привести к тому, что ваша команда, с которой вы работаете, вот, да, force push — это такой, значит, разработческий грех, вот, о котором все заранее договариваются. Все такие: я тут сейчас немножко за force push'у, пожалуйста, не синхронизуйте с моим репозиторием. Ну и так далее. Да, вот. Примерно так это выглядит. Это, значит, давайте, мы немножко поговорили про гид, давайте ваши вопросы про гид, если есть еще. А, да? А, у нас механизм гидов — это механизм, который поддерживает изменения, то есть банальные дифы файлов. Нет. Дифы там только в самом крайнем случае хранятся. Коммит — это список тех объектов, которые вы наплодили за время вашей работы. И дерево, которое, собственно, в которое они входят. Дифы строятся потом. Коммит — это именно ссылки на новые объекты. Но у нас есть вот эти B-репозитории, которые хранят только объекты. Те объекты, которые вы написали. Да. Коммитом является набор таких объектов со ссылкой на дерево, в которое они включаются. Дифы создает нам git diff для того, чтобы нам было виднее, что произошло. То есть фактически каждый коммит поддерживает внутри себя какой-то неявный рабочий копию, ну, какой-то набор объектов, который присущ данному коммиту. Да. Там не надо при этом всю рабочую копию перечислять, потому что большую часть изменений вы не сделали. А вот то, что изменилось, да, вы говорите, вот ссылка на такое-то дерево. Идея стоит в том, что у вас уже есть объекты типа дерева. Давайте посмотрим на эту картинку. Видимо, ее таки надо вставлять в лекции. Сейчас, секунду. Смотрите, у вас есть объект. Я ее не вставил в лекции, скажу, почему, ее было плохо видно. У вас есть объект типа commit, он ссылается на объект типа дерева. Объект типа дерева — это, собственно, все файлы из рабочей копии, которые есть. Единственная фишка стоит в том, что дерево относится к конкретному содержимому конкретного каталога. Если у вас есть там несколько каталогов, то они делают вот так. Я обещал, что в гите слово «дерево» означает не дерево. Это не дерево. Это три, будем говорить так, три. Так вот, значит, объект типа три содержит просто списки всех файлов, списки всего, что лежит в конкретном каталоге. Каждый коммит ссылается на такое три. Все эти три вместе дают фактически ту самую рабочую копию, если мы эти объекты вытащим, поименуем их так, как они тут называются, и разложим в какой-то каталог. Но в коммите в самом они, разумеется, не хранятся. В коммите хранятся вот только информация о том, какое конкретное дерево у вас соответствует данному коммиту. Все. Вот картинка. Соответственно, история коммита выглядит тоже, да, предельно просто. У вас есть поле parent, который ссылается на предыдущий коммит. Этих парентов, кстати, может быть больше одного. Вот. Два точно, но, кажется, и больше тоже может, я не помню. Если у вас происходили какие-то слияния, и ваш конкретный коммит является результатом сразу нескольких. Вот. Да? То есть внутри коммита ничего не хранится, внутри три тоже ничего не хранится, кроме списков. Вот и все. Я ответил на вопрос? Окей. Можно еще вопрос задать? Да. Rebase минус один, да. Ну, rebase head tilde один. Ну, или head tilde, на самом деле. А еще как-то по аменду можно понять, что
старого коммита. Там есть какая-то волшебная командочка. Я ее забыл, сейчас я попробую вспомнить. Ну, во-первых, можно так. Если вы вообще помните идентификатор этого коммита, вот у меня случайно в буфере в копипасте залип, то внезапно вы можете по этому идентификатору, пока он не исчез из репозитория, пока там не сделан репак, получить вот предыдущую историю, которая заканчивалась этим коммитом. Есть также, слушайте, я не помню, есть какая-то команда, я, главное, ее упоминал на какой-то из лекций, но не здесь. Короче, есть в Гите команда, которая показывает не просто историю текущих коммитов, а все последние коммиты, в том числе те, которые в историю не входят, возможно, ни в какую. И вы можете на них поглядеть и сказать, вон тот коммит я потерял. Опять же, пока вы их не удалили. Да? Если такой объект есть в репозитории, то его можно посмотреть. Вот вы говорите, это для репака. А что это репак? А репак – это как раз превращение хранилища объектов в хранилище дифов. Причем, естественно, только тех дифов, которые есть в истории, больше никаких. Вот. Он, конечно же, сильно-сильно уменьшает объем хранения. Рефлог, спасибо, Михаил, пока я тут страдал. Список всех вообще. И там где-то были вот. Ну, короче, вы меня поняли. Если я сейчас что-то проделаю над историей, рефлог все еще покажет те коммиты, которые даже никуда не приходят. Сейчас они все куда-то приходят, потому что я только что восстановил. Но если я скажу сейчас, git branch, мы где сейчас сидим? Old. О, вот тут начнутся оторванные коммиты. Вот он. Он вообще никуда. Вот. Понимаете, его нету в истории. Но он есть. А как спонсирует гитрепак? Гитрепак. Гитрепак. И он удаляет то, что не входит в актуальность. Да. Но он еще и все объекты удаляет. Делает из них один большой такой файл под названием репак, который эти дифы хранит. Ладно, все, поехали дальше. У нас осталось совсем немножко времени на питончик. Значит, смотрите. Главный инструмент создания сборочного или какого бы то ни было окружения при работе с питоном – это утилита pip. Вот. Утилита pip скачивает пакеты с этого самого, с PyPy, того самого PyPy, о котором мы говорили в прошлый раз. Устанавливает их, сейчас скажу, куда. Они там лежат, эти пакеты, их можно оттуда удалять и так далее, и так далее. Именно она строит вам, значит, некоторое окружение. Вот. Запущенный питон, как правило, в операционной системе, уж как минимум в Unix-подобных операционных системах, типа Linux или macOS, имеет минимум три места, где эти самые пакеты находятся. Значит, первое место – это пакеты, которые входят в сам дистрибутив питона. То есть они собраны вместе с питоном. Ну, скажем, у нас в Alt-E это лежит в usr, lib64, python 3.12, site packages, где-то тут. Нет? А, просто, да? Вот. И это пакеты, которые вообще входят в состав Python. Давайте посмотрим, это правда? Ну, скажем, warnings.py, да я уверен в этом. Да, просто пакет, поставленный из Linux под названием PythonBase, приносит с собой довольно большое количество модулей. Следующий уровень – это пакеты, которые поставлены из дистрибутива Linux, не pipом, а в случае Alt-A aptom. Да? Или там юмом каким-нибудь в случае Fedora. Они приезжают в специальное место, которое называется системный питон. Во многих дистрибутивах это то же самое место. В Alt-E сделано чуть-чуть более интересно. У нас есть отдельный каталог для всех третьих питонов под названием Python 3. И там вот
туда вот и ставится. Вот. Видите, да? Мой дистрибутив Linux знает про то, что вот этот каталог принадлежит на самом деле пакету Python 3 модуль MyPy. Он туда поставлен. Мы можем с помощью линуксовых утилит посмотреть, с помощью того же RPM, посмотреть содержимое этого питоньего модуля. Это так называемые системные модули. И то, и другое называются в нашей терминологии системные модули. Модули, поставленные операционной системой, а не пипом и всем вот этим. Вот. Следующий уровень, которого я призываю категорически избегать и не делать так никогда. И это модули, поставленные пипом, с правами суперпользователя прямо туда в дистрибутив Питона. Вот. Так делать не надо от слова вообще. И кажется, в 3.12 Питоне продвинули пеп, который это запрещает. По крайней мере, я где-то видел, слышал такие слухи. Поэтому я даже показывать не буду, как это делается. Следующий уровень – это установка каких-то модулей пипом прямо себе в домашний каталог. Вот. Эти модули будете видеть только вы, запуская Python, то есть тот Python, который запущен у вас. Вот. Вы сами себе злобный буратин, чего туда понаставите. И как. Вот. И тем самым вы можете испортить жизнь только себе, но не товарищу. Ставьте, чего хотите. Михаил, за что именно нормальный дистрибутив даст по рукам? Потому что вы успели среагировать на две мои реплики, видимо, на предыдущие, на то, чтобы на попытку установить рутом пип-модуль. За это любой нормальный даст по рукам, вот, как минимум по рукам. Ну вот, значит, у меня сейчас в системе стоит довольно много, не в системе, в домашнем каталоге поставленных пипом модулей, можно сказать, вот пиплист минус минус юзер. Вот, их в количестве. Я кому-нибудь оторву голову. У нас мантейнер собирает вот этот модуль, у которого после установки, после удаления, после обновления остаются какие-то кишки старых версий. Ну, кто же так делает? Ну вот, как видите, у меня довольно много стоит модулей сейчас в результат pip-list минус-минус user, и, как правило, они лежат вот тут. ls.local, local, я сказал, lib, python, site pegasus. Вот они, эти модули. Это те самые модули, которые мы сейчас видели вот в этом списке. Вот. Вообще говоря, сравнительно безопасно всех их поудалять, если вы в своей повседневной деятельности не пользуйтесь ими прямо вот здесь и сейчас. Я могу прямо сказать, знаете, что-нибудь типа вот так. Слушайте, извините. Извините, простите. Я так не могу. Вот кто их понаставлял таких туда? Какой нам нужен? Минус R. Во-первых, 39, и во-вторых, 40.02, потому что есть еще 42.02. Извините. Ну, мои эстетическое чувство категорически против. Вот. Да? Что я могу сделать? Я могу вообще все это удалить. Смотрите. Так? Нет, плюс 3. Во, теперь давайте откусим первую часть. Извините, немножко Linux. О, и теперь это удалим. Pip uninstall минус Y. Вот. Ничего не изменилось, как это, небо на землю не упало, ничего не перестало работать, как бы питончик остался питончиком, вообще все осталось, только теперь pip-list минус-минус user мне не показывает ничего. Вот. Хорошо, хоть у меня pip есть. Дело в том, что pip является внешним модулем по отношению к питону и может вообще не стоять у вас в системе. Способов установки pip есть два. Во-первых, давайте посмотрим, откуда у меня взялся этот pip. Mm.
Я думаю, что я его поставил как раз в виде системного пакета, точно. Вот. Но он довольно старый. Если даже этого у вас нет, и вы не администратор на машине, то, скорее всего, вы можете сделать такую вещь. Сказать Python 3 минус m ensure pip. Дело в том, что внутрь питона зашит какой-то очень старый, ну, умеренно старый pip, и он с ним распространяется. Если сказать Python минус m ensure pip, он оттуда его выковырит и поставит его куда? А, он не стал ставить. Он говорит, у вас и так есть. Ну ладно. В общем, давайте сделаем все как надо. Давайте удалим. Только не говори мне, что на него есть зависимость, и мне сейчас полсистемы снесется. Нет. Это хорошо. Вот. Все, я, значит, такой на беспипье тут сижу, и у меня нет никого, у меня, предположим, нет прав системного администратора, но я могу сделать вот так. Он говорит, ну, сейчас сделаем. Вот, он его выковырил. Чего? Не-не-не-не-не. Я не понял юмора. Он меня обманул. Откуда он узнал, что он есть? Ну, давайте кэш уберем. Ну, давай. Не выпендривайся. Все, я понял. Их там два. Есть еще пакет. Pip просто приносит файл под названием pip. Наши дистрибутивы-строители. Это еще от питона 2 шло. Pip просто приносит файл pip. Пакет называется вот так. Я же его не удалил. Да ладно, я правильный пароль ввожу. Сейчас все будет. Вот. Ну теперь-то. Отлично. Я надеюсь, мне больше рут не понадобится. Теперь-то наступило без пипья. Наступило. Вот, смотрите, он взял какой-то пип, 23-й, который был в составе питона, и поставил его, я даже знаю куда. О, вот он. Он, правда, говорит, слушайте, у нас он очень старый. Ну, прямо совсем старый. Вы не видите, а здесь написано Notice What. Это люди, которые думают, что у всех терминалы белые, а буквы на них должны быть черные. Иногда любят черными, темно-синими буквами писать на этих терминалах. What. Да. Ну вот, как я уже говорил, вот он тут лежит. Вот. Это что за хрень, я не знаю. Это, видимо, плохо оформленные дистрибутивы всякие, типа парса. Ну вот. И обратите внимание на то, что этот пип старый, он говорит, ну поставьте новый. Давайте я поставлю новый. Вжух. Поставил новый. Обратите внимание на то, что он там есть. Обратите также внимание на то, что внезапно, ну давайте мы это сделаем более внезапно, вот так вот, да? Внезапно появилась утилита pip. Вот ее не было, а теперь она появилась. Никуда в систему она не ставилась. В какое место приехал этот скрипт? Этот скрипт приезжает в каталог local/bin. О, вот он. Да.
Ни в чем. Просто когда-то, когда был второй питон, надо было иметь два разных пипа, которые работают с разными питонами, ставят разные пакеты в разные места и так далее. Вот. А это вот чистый легаси. Вот. Ну вот, значит, то есть, помимо всего вкусного, что происходит при установке пакета с помощью пипа в, к вам в домашний каталог, к вам еще в домашний каталог, вот в специальный каталог Local Bin, приезжают некоторые скрипты, которые потом можно запускать. Вот. Естественно, для этого его нужно в пат добавить. О! Вот он. Также это работает в macOS, как работает в Винде, не спрашивайте, не пробовал. Но, видимо, чем-то похоже. Syspath. Значит, всегда можно посмотреть, где именно лежат. Говорил про второй питон. Вот. Где именно происходит поиск соответствующих модулей в системе? Это где именно происходит поиск вашим питоном модулей, определяется переменной syspath, вот, которая довольно забавная. Мы помним, что в ней есть текущий каталог, точнее ничего соответствующего текущему каталогу. Это значит, что любое нечто, что лежит в текущем каталоге и может быть похоже на питоний модуль, вы можете проимпортировать. Вот. Zip, в который внутрь может залезть питон и найти там тоже питонный модуль. И вот все эти каталоги, в которых, значит, происходит поиск, в частности, вот этот каталог с, из local-lib, вот, ну и вот эти все каталоги там, да. Кстати, есть такая фишка, вы можете накатать огромный какой-то пакетище, вот, положить его в специальный каталог под названием, ну, допустим, uslib python 3 site packages gtk 2.0 и с помощью специального файла скомандовать питону, что вот оттуда тоже можно импортировать. Вот. PTH-файл, так называемый. Ну, об этом мы не говорим, но есть такая возможность. Значит, зачем нужна установка чего-то в локальный, если вы этим пользуетесь? Ну, вот, например, я люблю пользоваться на лекциях PTPython. PTPython сейчас с собой притащит... Нет, уж давай его минус F. И минус user, да? Не понял. Понял. Вот. Да, значит, я поставил этот самый PTPython в свой собственный каталог, он притащил некоторое количество модулей, которые ему нужны для работы. Ну, там, Pigments, этот самый Jedi, ну, вот все всякое такое. Да, теперь у меня вот этот pip-list минус-минус user будет показывать чуть больше всего. Зачем я это сделал? А затем, что я в своем PTPython пользуюсь... раскраской, которую я сам делаю. Вот. Ой, а что это она работает? Я не понял, откуда она взялась. А, эту раскраску я делаю сам, она лежит вот здесь, не является частью пакета. Там, что там, Pigments. Styles. И называется она Zinburn. Или Бурнзен. По-моему, Бурнзен. Бурнзен она называется. Вот. Вот этот файл отсутствует в списке пакетов, в списке файлов. Я его подкладываю туда. И он делает раскраску, вот, которую вы видите на моих лекциях. Вот. Бурнзен. У меня даже есть скрипт какой-то, который это делает. Секунду. Но он, правда, на шеле написан. Вот.
Он заменяет, грубо говоря, RGB-палитру на GRB-палитру, и, соответственно, все красные превращаются в зеленые или что-то такое. Ну, в общем, мерзкое хакерство. Вот. Идея состоит в том, что если вы пользуетесь каким-то питонием чем-то на постоянке, вот как я, да, то вы можете его как-то модифицировать, что-то с ним делать, как-то дорабатывать, и все это у себя хранить, и вот работать с этим как с родным. В чем фишка пипа? Пип умеет в зависимости, вы это видели, да? Модуль под названием ptpython притащил за собой еще некоторую пачку модулей, которые нужны для его работы. Причем почти наверняка некоторые из этих модулей нужны для работы ptpython, а другие из этих модулей нужны для работы тех модулей. Вот. То есть в зависимости бывает дерево. Соответственно, пип строит это дерево и начинает скачивать соответствующие версии модулей. Откуда он их скачивает? Ну, тут не написано, но я как это отвечаю за то, что он их скачивает с PyPy. Вот. Удалить дерево зависимости пипом нельзя. Вообще, ребята из Питона, они такие, знаете, на таком еще начальном стадии оформления понятия зависимости в дистрибутиве находится. Вот линуксоиды эту проблему решили еще в начале 2000-х, а питонисты вот прямо сейчас этим занимаются. То есть вы поставить-то можете, а потом можете взять и один пакет по зависимостям удалить. И ничего вам за это не будет. Ой, он даже запустился. Ну, в общем, не знаю. Короче, вот не будет вам ничего за это. За то, что вы удалите пакет. Вот. Интересно, а что здесь я пигмент удалю? Он даже предупредил, что этот файл Burnzen не будет удален, потому что он мой. Ой, да он все равно работает. Что-то у меня сегодня не получается показать ошибки, получается только показать, как оно все равно работает. Ну ладно. Короче говоря, но тем не менее, как видите, мне удалось удалить. Ну, я знаю, что надо сделать. Надо просто вставить что-нибудь страшное. Типа pip search какой-нибудь. Вот. Он сейчас мне Beautiful Soup притащит, еще всякую ерунду. Вот. Вот уж это точно не удастся. Если я сейчас вот, pip search callsay. Ну, не вот так вот. Вот. А вот если я сейчас удалю какой-нибудь нужный для pipsearch пакет, ну типа rich, да, pip. Никакого контроля за тем, что установленные вами пакеты по зависимостям консистентны, нету в pip. Pip это только установщик, сами себе злобные буратины. Все удаляйте, ставьте заново. Да. Ага. Удалить пакет и сразу удалить его зависимость. Нет, тоже нельзя. В общем, я говорю, они еще так в коротких штанишках бегают, питонисты, в смысле создания репозитория с зависимостями. Вот у нас. Нет флага, который назад. А также нет базы данных, в которой написано, что на самом деле это была зависимость. Ничего этого нет. Вот. Причем альтернативные системы пакетирования типа конда ничуть не лучше. Даже, в общем, в чем-то хуже. Ну вот, еще одна проблема использования пипа – это модули, которые написаны на других языках программирования, в первую очередь на компилированных типа на C.
когда-то давно вообще попытка установки любого пакета, который написан на C, приводила к такой наивной попытке сборки, то есть вы реально выставите питонный модуль, у вас запускается компилятор C, что-то там такое компилирует из исходников. Вот. Понятное дело, что это работало, ну так, в одном случае из 20. Вот. Ну, у авторов это у самих иногда работало, да. После изобретения, значит, давно уже тому назад специального формата под названием Python Wheel, люди стали упаковывать соответствующие бинарники. Это, как правило, это библиотеки, разделяемые библиотеки для вашей операционной системы, варианты модулей, которые именно поддерживают библиотеку вашей операционной системы, и стало чуть-чуть получше. Ну, то есть, если только у вас не супер странная операционка с супер странным набором базовых библиотек, наверное, такой модуль для Python заработает. Вот. Современные Linux и практически все очень хорошо переживают такого рода установку. Есть, например, я забыл, как называется, пакет, который один питоний пакет, которому приезжает там, 50 мегабайтов всего Qt. И отлично с ним все работает. Вот. Но до сих пор вы можете наткнуться на ситуацию, когда люди пишут все на чистом питоне, вообще все, вот никакого C, просто вот к вам приезжает только питончик, на том только на питончике работаете. Вот, про localbin я говорил. Про pipinstalls от примерно ситуатора я говорил. Про Minshuri pip я говорил. Осталась последняя тема, я пытаюсь уложиться за 9 минут. Сокращенец, наш постоянный участник, задает ехидный вопрос. То есть распространяются бинарники, собранные автор, что там с безопасностью? А вас не смущает, что исходники, собранные автором, тоже распространяются, и вы, в общем-то, в них не глядите? Вот. Да, безусловно, это такой security through obscurity, безусловно, да, то есть если человек положил закладку, то, конечно же, если это закладка в питоньем тексте, то вы ее можете случайно поглядеть глазками, а если это закладка в бинарнике, ну, в библиотеке, и она там где-то в сишном тексте, то не можете. Вот. Но тут уж дело такое, всякого рода зловредные пакеты регулярно выгребают из PyPy, вот, я уж не говорю о каком-нибудь ноде, где их там просто, они там днют и ночуют. Да. Во, и об этом как раз, вернее, о том, что себя обезопасить по-человечески нельзя, как раз наша следующая, последняя тема, вот, значит, а именно про так называемое виртуальное окружение. Единственный способ обезопасить, сразу забегая вперед, это ставить в виртуалку. Виртуалку настоящую. Как правило, да. Только не докер. В докер не надо. А в виртуалку можно. У докера не занимается безопасностью. Ну нет, смотрите, мы сейчас дискутировать на этот счет не будем. Безусловно, самым безопасным средством против интернета является топор, вот, это понятно. Да, вопрос же не в этом, а в истории, как это, в истории соответствующих эксплуатаций, они есть или их нет. Понятное дело, что если у вас есть какие-то связи виртуалки с внешним миром, то она может как-то с этим внешним миром взаимодействовать. В данном случае вопрос о безопасности я понимал как вопрос, а вот у меня есть операционная система моя, как бы сделать так, чтобы мои эксперименты на нее не воздействовали импакта. Тут, в общем-то, даже виртуалки не обязательно. Скажем, наша система, которая в сообществе Linux Team используется для изолированной сборки пакетов, который называется Hasher, у нее есть некоторый доказанный граф безопасности, что она не делает импакта на хост-систему. Да, там нет виртуалки, там используется только namespace линуксовый и некоторые хаки вокруг рута, чтобы рута не было. Ну вот, значит, мне осталось 2 минуты на вот это вот 3 абзаца, к сожалению, на 4. Вот. Самая главная тема, почему не надо ставить все сразу себе в home, это когда у вас несколько разных проектов, у которых вообще может понадобиться разные модули, вам лично не нужные А, постоянно обновляемые Б, а еще иногда конкретных версий, и в разных пакетах эти версии могут быть разные.
Для этой цели давным-давно придумано понятие виртуальное окружение, которое не является ни виртуальным, ни окружением. Вот. А работает это так. Вы говорите Python 3 минус m venv, ну и скажем src env. О, это с прошлого года осталось. Что при этом происходит? Мы сейчас увидим. При этом в этот каталог src env складывается, во-первых, Python и некоторые специальные скрипты, о которых сейчас речь пойдет. Во-вторых, аналогичный каталог Site Packages, как те, которые мы сейчас видели в системе и у вас в домашнем каталоге. Вот. И в-третьих, те самые скрипты, используя которых вы можете как бы войти в это как бы виртуальное как бы окружение. Давайте запустим этот скрипт. Его нужно запускать командой source или просто точкой. Он вам, видите, отхакает подсказку. В ней напишет, что вы, значит, в промпте будет написано, что вы находитесь в окружении env. Вот. Если вы запустите Python, он запустит вот этот Python, который у вас лежал в бине. Вот этот Python. На самом деле это просто симлинк на тот Python. Вот. Если вы скажете, запустите pip, он pip-list, он вам запустит вот этот pip, который лежит в бине. Видите, он опять не обновленный, потому что он приехал от того. Да? То есть фактически вы, выполнив вот эту командочку activate, можете работать с окружением, в котором действительно нет пакетов, кроме pip вообще, и ставить их туда, как заблагорассудится. Это именно симлинк, но вы можете сказать венву, чтобы он сделал копию. А если Нет, автоматический копий он никуда не подставит, у вас побьется симлинк, разумеется. Если вы прям так обновите, что он перестанет называться Python 3 и начнет называться как-то еще, например, Python 4. Вот. Ну, нет, это вот, я создал какой-то окружение сити, вот внезапно мне понадобится потом версия 3.6. Нет, да, надо делать другое окружение, разумеется, там же и модули будут другие, все будет другое. Не надо, не надо у себя отпиливать суп, на котором сидишь. Вот, значит, мы можем поставить какой угодно модуль, да, мой любимый Каусей. Вот. При этом обратите внимание, что он, если это тот Каусей, о котором я думал, он принесет с собой скрипт, не принес. О. Это не тот Каусей, да елкин твои моталки. Сейчас можно сделать uninstall. Да нет, вроде тот. А, у него нет Каусей как такового, да? Нет, это неправильный Каусей. Правильный Каусей не так должен выглядеть. Я его уже тоже ставил. Еще есть Каусей Python. Ну, короче, без разницы. Послушайте, времени у нас нету на эти упражнения. Вот. Да. Фишка состоит в том, что вы можете развлекаться сколько угодно. Вся эта будет машинерия будет аккумулироваться в каталоге lib вот этого вашего подкаталога. Вот. Вот здесь вот они все тут стоят. А главная фишка того, о чем я хотел сказать, не только в том, что вы можете сюда ставить какие хотите модули, а потом все это удалять, и никто от этого страдать не будет, а в том, что это не окружение и не виртуальное. В действительности единственное, что происходит с вашим сеансом работы при использовании вот этого activate, это изменение $path. Больше ничего. Видите вот это? Все. Больше не меняется ничего.
Тот факт, что у вас питон запустился вот отсюда, питон собран таким образом, что он проверяет, откуда он запустился, и считает системным каталогом то место, где лежит его бинарник, вниз и в библиотеку. Все. Никакой изоляции, никакого ничего, кроме того, что у вас перегружен пат, и на этом основании питон просто не видит ваших системных библиотек. Он видит, он считает системными библиотеки, которые лежат вот тут, в либе. Вот тут вот, конкретно. Да? Вот. Именно поэтому был разговор, как себя обезопасить, я отвечал никак. Такая штука не является вообще окружением. Ну вот, если сейчас нажать Ctrl-D, то мы вообще выйдем оттуда и все. Такие дела. Тем не менее, это безумно удобный инструмент, потому что вы можете вести свою разработку, использовать какие угодно модули и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, собственно, вот. Значит, мне осталось только коротко очень сказать про... О, там будет ковсей. Значит, мне осталось только коротко очень сказать про то, на что обычно люди Venv меняют, и про домашку. Есть... Условно, 2,5 модуля, которые обычно используются вместо Venv, хотя я в некоторых случаях предпочитаю именно Venv. Во-первых, модуль под названием VirtualEnv, который практически ничем от Venv не отличается. Если вы зайдете на сайт, там написано, что наш крутой Venv – это такой очень крутой Venv, который отличается от Venv, и дальше будет список непонятных отличий. Вот. Следующая идея – это инструмент, который называется PipX, который отличается от пипа, что он ставит ваши, когда вы говорите pip install что-то, или pipx install что-то, он ставит этот самый конкретный модуль не в home.local, а прям специально заводит окружение, в это окружение ставит пресловутый covsay, а потом делает symlink ваш local bin. Давайте это проделаем, чтобы было понятно. У нас есть covsay? У нас есть covsay, откуда он берется? Кажется, я его собираю. Ну ладно. Ну не ковсей. А кого еще? А? Рейнджер. А, во-первых, pip install pipx. Жмяк. X install Ranger. Ой, рандег. Рандег такой не бывает. Кажется, он знает про слово рандег. Нет, нету. Да елки-палки, я тороплюсь. Я тороплюсь, нам пора заканчивать. Вот. Он как-то по-другому называется. Ну, кто еще что помнит на питоне? Сейчас. Ну, пайс, скорее всего, у меня стоит. Да ладно, пипсерч, ну. О, ладно, видимо, это мы... Да, призывал не пилить сук, на которых сидишь. Слушайте, давайте так, у нас время закончилось. Я, возможно, начну просто рассказ в следующий раз с этой штуки. Вот. Домашнее задание, напоминаю, надо делать вовремя. У нас есть довольно четкий дедлайн, так же, как в прошлом году. Вот. В домашнем задании нужно создать в вашем GitHub-репозитории каталог с названием, соответствующим названию лекции, и повестить туда некую программу, которая будет делать нечто. Она будет пользоваться тем самым модулем ковсей, вот, в котором уже все написано, вам нужно только сделать вокруг этого модуля некоторую обмазку. Вот. И хорошо бы, чтобы этот ваш модуль ковсей поддерживал все ключи исходной программы ковсей, вот, ваша программа. Вот. Ну, собственно, вот и все. Больше ничего не нужно делать. Если есть какие-то вопросы по
домашки, задавайте их в чатик. Вот. Все, братцы, у нас время страшно закончилось. Вот. Давайте тогда в следующий раз мы с вами еще встретимся сегодня. Вот. Все, всем спасибо.